Всем привет! Приготовим маринад. Нам потребуется лимонный сок, достаточно много, сладкий соус чили, если у вас есть аджика, можете заменить аджикой, чеснок, томатная паста, можете заменить кетчупом. Добавим сюда сухие специи по вашему вкусу. У меня это гриль для курицы. Соль. И черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем. В наш маринад опускаем куриные крылья. Конечно, после того, как вы их обработали и помыли. И мариноваться они будут как минимум 3 часа. Лучше всего, если вы их оставите всю ночь мариноваться в холодильнике. Курицу выкладываем и готовим до полной готовности. Хотите, можете ее поджарить, хотите сделать на гриле. Получается и так очень вкусно. Также можно ее приготовить в духовке. Смотрите по вашему вкусу. Спасибо, что сегодня готовили вместе со мной и не забыли поставить лайк. Подписывайтесь к нам на канал и не забывайте включать уведомления. Увидимся в следующих видео. Приятного аппетита!